Косметология – это серьезная область медицины, но, к сожалению, не все относятся к ней ответственно. Поэтому вокруг витает множество мифов и ошибочных суждений. И сегодня мы решили дать профессиональную консультацию, чтобы развеять некоторые из них. Миф первый. Инъекции ботулотоксина вредны организму. Изначально ботулотерапия используется в неврологии, и только после этого она пришла в косметологию. Косметологи используют в 3-5 раз меньшей дозировки, чем неврологи. И, естественно, это препарат, фармпрепарат, который разрешен к применению даже детям. Он помогает, лечит и оздоравливает людей, а в косметологии он приносит красоту и молодость. Миф второй. Лазерная эпиляция опасна для здоровья. На самом деле, мишенью для лазерного луча является пигмент волоса. Никакие другие структуры кожи и тем более внутренних органов луч просто не видит. Поэтому процедура абсолютно безопасная и безвредная. Миф третий. Процедуры придется повторять всю жизнь. Делая ту или иную методику и получая хороший результат омоложения, пациент приостанавливает время. Он лучше выглядит, чувствует себя увереннее. И даже если он через год не придет к нам и не повторит инъекцию, либо аппаратный метод, он все равно будет лучше выглядеть, чем его сверстники, которые ничем не занимались и ничего не делали. Поэтому не стоит бояться, стоит прийти хотя бы на первую консультацию. Миф четвертый. Косметология нужна только женщинам. Мужчины не настроены на длительные курсы терапии, и им не нужны большие сроки реабилитации. Им достаточно ходить раз в месяц, в полтора, чтобы видеть максимальный эффект от процедуры. Из аппаратных процедур, которые подойдут мужчинам, это ЭЛОС, фракционные методики на аппарате лазерного омоложения Фраксель, а также ультразвуковой смаз-лифтинг на аппарате Альтера. Из аппаратных процедур по телу очень хорошо пользуется популярностью у мужчин методика криолиполиза на аппарате Зелтик. Очень часто мужчины обращаются к нам с проблемой потоотделения в области подмышечных зон и в области ладоней, которые хорошо решаются с помощью ботулотоксина. Мужчины особенно ценят естественность, безболезненность и эффективность процедуры. И все это мы можем предложить.